Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука! И вот на этом мы остановились в прошлый раз. Скука. Что это такое? Это важная тема в Онегине. Это состояние, которое хотя бы один раз в жизни переживал каждый из нас. Сам Пушкин иногда ходил по комнате из угла в угол, как вспоминают его современники, и повторял: «Скучно, скучно, тоска». О скуке, как она есть в Евгении Онегине и в нашей жизни, мы и поговорим. А дальше, как знать, какие новые приключения, какие новые мысли, переживания предложит нам пушкинский роман. Друзья, я вас приглашаю на мартовский онегинский семинар. Он состоится уже в этот четверг, 14 марта, в 19 часов, по адресу улица Союза Печатников, 17. Это магазин «Свои книги» или «Краш-клуб», улица Союза Печатников, 17, 14 марта, 19 часов. Будем читать Онегина вместе. Приходите, буду рада всем.